Здравствуйте! В эфире специальный выпуск городских новостей. В программе «Детали дня» один год. И этот день мы проведем вместе с городом. Мы постараемся сделать так, чтобы ни одна деталь не прошла мимо объектива нашей видеокамеры. Сегодня в городе будут работать несколько съемочных групп. В разное время, в разных точках. Итак, «Детали дня» снова в необычном формате. Итак, как вы видите, подъезжают автобусы, люди садятся в них. На улице страшный мороз. Минус 21 градус. Здравствуйте. А можно вас спросить, сегодня вообще много людей уезжает? Ну, с утра билетов может быть 20-30. А так обычно вот сколько людей? За весь день, ну, билетов 100 в среднем. То есть, получается, 100 человек уезжает в город на работу? Ну, да. Сейчас к родителям уезжаю, в город Ачинск. Пригласили в гости или? Нет, я к брату на свадьбу еду. А так три раза в неделю бывало уезжал, на работу ездил. Билеты сейчас повысились, как бы особо не наездились. Считаю, 100 рублей в одну сторону, это как бы сильно напряжно, я думаю, для каждого человека будет. Город начинает просыпаться, а вместе с ним и администрация. Посмотрим, что там. Как сегодня настроение на работу? Готова работать, как всегда, в предвкушении Нового года. Сегодня с утра в здании администрации все, даже работники полиции. Вы зачем пришли в администрацию? Я в комиссию по делам несовершеннолетних пришла. Мне нужно было им предоставить справку о работе с образовательными учреждениями. Пребывание в администрации не принесло нам никаких новостей. Единственное, что мы успели выяснить, что здесь есть специальный ящик для обращений в комиссию по противодействию коррупции. Очень рано встают не только работники администрации, но и дети, школьники. Сейчас они как раз учатся. За деталями мы направляемся в четвертую школу. В школе недавно прозвенел звонок и идет первый урок. Идет неделя математики в школе. Вот. И у них сегодня первого урока нету. Вот они пришли и участвуют в неделе математики. Стих не выучил. А? Стих не выучил. Вот этот парень? Да. Почему он не выучил? Стихотворение не выучил. Бородино. Уже выучил. Он вчера рассказал. Где двойка? Нет, вот двойка он расшифровал. Правильно. Вот двойки. Как вы видите, у умных и скромных кипит жизнь. Не хочется покидать стены школы, но придется это сделать. В поисках деталей мы направляемся по городу. На часах 9:21. Мы находимся на стадионе «Электрон». Здесь бригада рабочих производит заливку катка. Какие-то неполадки? У нас очень много изрезается льда во время проката. И вот его во время мороза его разрывает. То есть трещины, нам приходится их залатывать. Но в этом году у нас лед поровнее, все-таки вот комбайн купили. И прострагиваем. И лед становится ровнее намного, чем раньше было. Вот вы с этим делом сколько лет занимаетесь? Ой, уже 16. Ну, я сам занимаюсь, до сих пор занимаюсь конькобежным спортом. Ну, вот мы заливаем два раза в день. Ну, так-то, конечно, каждый день его надо заливать. Что
Только что нам сообщили о дорожно-транспортном происшествии на въезде в город. Направляемся туда, чтобы узнать какие-то детали. Как вы видите, Deo Nexia врезалась в грузовую «Газель». Вероятно, последствия все того же холода. Сегодня очень холодно. Расскажите, что произошло? Что произошло? Подъехал на светофор, за ним встал. Он кричит, что у него впереди была машина с аварийкой. Начал задом сдавать, в меня врезался. Серьезные повреждения? Да нет, не шибко. Но машина новая, ей всего еще 2 месяца нету. Первые 3 часа города позади. И в поиске за деталями отправляется Александр Кузнецов. Сейчас он подходит к первой школе, где начинается выступление агитбригады. 4-й урок для учеников первой школы сегодня пройдет в необычном формате. Вместо привычных классов – актовый зал, вместо школьных парт – сцена, а вместо домашнего задания – правила пожарной безопасности. Новогодних у нас проходит конкурс агитбригад по профилактике пожаров, новогодние праздники. То есть дети показывают свое выступление о том, как себя нужно правильно вести в новогодние праздники, чем можно пользоваться и чем нельзя. Сегодня они вам тоже расскажут какие-то правила, покажут. Итак, сейчас внимательно смотрим. Мы в борьбе пожарным будем помогать, от огня зареченцы не должны страдать. Но сценическая деятельность – это лишь часть работы дружины юных пожарных. В течение всего года они учили малышей, как осторожно обращаться с огнем. Мы находимся возле крупного продовольственного магазина, но несмотря на обилие товаров, с ним пытаются конкурировать. А вот вы стоите рядом с магазином большим, каково конкурировать? Ну здесь же видишь оборудование торговли на улице. Какая конкуренция? Что продал, то продал. А мед сами собираете, ягоды? Ягоды, да, мед покупаю. Но не цена привлекает зареченцев, а все-таки качество товара. В магазине сегодня удалось продать уже около 0,5 килограмма меда, в то время как предпринимателю не удалось продать ничего. Сильный мороз не испугал зареченских любителей зимней рыбалки. Сегодня на Белоярском водохранилище их собралось несколько десятков. Здравствуйте, мы с телевидения, пустите нас, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, о вашем увлечении зимней рыбалкой. Детство хобби такое. Да? Чем еще занимаетесь, если водоем рядом? Ой. Много ловите? По-разному. Сегодня пока не очень. Палатка, чтобы защититься от ветра, теплая одежда и непреодолимая любовь к зимней рыбалке. Вот все, что нужно, чтобы всего за час получить вот такой улов.
Рейс номер 191 сегодня не приедет за своими пассажирами. Из-за замерзшего стекла, из-за заледеневшей проезжей части автобус не сумел разъехаться на перекрестке со встречным автомобилем. Вот автобус на меня наехал. А как так получилось? Ну не видел, стекло у него замерзло. Если он на меня прямо едет, я остановилась, уже задом сдаю, он все равно на меня едет. Ему пришлось поворачивать раньше, он поздно тут заметил, его снесло на гололеде вот из-за этого. Слышно. В администрации города началось традиционное еженедельное заседание кабинета главы городского округа Заречный. Сегодня здесь обсуждают важные для города коммунальные и транспортные вопросы. У нас вот сейчас уже жалоба была одна о том, что 126-й маршрут перестал ездить до Мизенки. То есть Мизенку не заходит. Там междугородние автобусы останавливались. Ну да. Потому что во всяком случае тут часть Курманки, часть Гагарки, часть Боярки, чтобы была возможность уехать. Сегодняшнее заседание прошло гораздо быстрее, чем обычно. Актуальные для зареченцев проблемы удалось решить всего за час. А я передаю слово моей коллеге Марии Морозовой. В это время она спешит в поликлинику. Все детали происходящих там событий она расскажет прямо сейчас. Только 2 часа дня, а в поликлинике кипит жизнь. Здесь каждый день зареченцев встречают 2 женщины с одним и тем же ласкающим слух именем Любовь. Каждое место в гардеробе на счету. И это несмотря на холода. Подруги довольны. Сегодня им скучно не будет. Ну, который приходит знаком, поздороваемся, ну там и перебросимся словами. Ничего, бывает много знакомых. Все идут, они все равно, ведь это раздевалка, правильно? Так же, как и к врачам, так и в раздевалку идут. До Нового года остались буквально считанные дни, а сейчас мы проверим, как к нему готовятся зареченские магазины. У нас уже одеваются. У нас очень часто приезжает народ из других деревень, из Белоярского, из Кочнева. Сегодня приходили, вот смотрели вот эту вот новиночку у меня. Сказали, вечером сегодня тоже подойдут. Заказов на сегодняшний день, наверное, штук 20 было уже заказов. То есть люди приходят, каталог у нас есть, мы выбирают они. Мы передаем новостную эстафету Екатерине Танких, которая сейчас направляется в администрацию, где буквально через несколько минут начнется последняя пресс-конференция Андрея Кислицына в качестве главы городского округа. Сегодня последний рабочий день Андрея Кислицына. Позади 8 лет власти. Буквально через несколько минут журналисты смогут задать последние вопросы Андрею Николаевичу как главе городского округа Заречный. Главная интрига, что будет дальше, чем займется почти бывший глава города. И увидим ли мы имя Андрей Кислицын в списках на предстоящих выборах 4 марта. Вопросы о планах и перспективах. В выборах в городскую думу я участвовать буду. Что еще приоткрыть? Это все открывает. Интрига раскрыта. 4 марта Андрей Кислицын будет участвовать в выборах в городскую думу. А как экс-глава города будет баллотироваться, решит партия. Мимо такой картины мы просто не могли пройти. На улицах города убирается снег. Как рассказали нам коммунальщики, уже убрали улицу Ленинградскую, Таховскую, главную площадь города. И только с этого участка дороги за сегодняшний день вывезли более 10 машин. Сегодня вы вывезете весь этот снег отсюда. Вот этот? Да. Так он что, много что? Конечно, вывезет. А сейчас мы подходим к музыкальной школе. Очень скоро здесь начнется бал «Маскарад». Это, наверное, точно так же, как Колька, такой же Таня. В камерном концертном зале сегодня выступит более 40 юных музыкантов от 5 до 15 лет. Они представят зареченской публике свои лучшие творения. Здесь можно будет услышать и вальс, и польку, и мазурку.
Это традиционный концерт отдела народных инструментов. Проводится уже более 15 лет. Мы каждый декабрь проводим обязательно афишный концерт. Бал «Маскарад» в музыкальной школе – наша последняя точка съемки. До эфира остается чуть больше часа. И съемочной группе оператору нужно спешить. Доехать до редакции, оцифровать отснятый материал. Затем уже оцифрованное видео попадет на монтажный стол. Вырежется все ненужное, так что в эфире вы увидите только самые яркие и вкусные детали. Впрочем, за тем, какой будет сегодня эфир, следит Данил Кильдюшевский. Ему мы и передаем слово. Да, спасибо. Сейчас мы как раз находимся у монтажного стола. Это вот здесь, что называется, лепятся новости, монтируются сюжеты. Можно без какого-либо пафоса сказать, что именно здесь весь этот год фиксировалась история Заречного. Да и сама программа «Детали дня» рождалась в этих стенах. Менялся формат, менялись люди, наконец поменялся канал. Так что, как правильно говорили те, кто поздравлял нас все эти дни, наши новости уже сами стали неотъемлемой деталью городской жизни. Поэтому со своим днем рождения мы поздравляем и себя, и вас, наши зрители. И на сегодня это все детали. До встречи на канале Заречный ТВ.